еще лассо, Акаша запрыгивает и должен погибать в этом моменте. У нас селедка, да. Погибнет 100% и забирает себе килл Пэтрайдер. Но там драка неплохая, кстати, под тактимом работает, но слишком далеко зашли, ультимейт нажимается, неплохо слипнули Queen of Pain, Queen of Pain погибает. Queen of Pain погибает, правда тролль погибнет, но за собой еще может кого-то забрать, должны забирать Свена, Свен точно погибает, также можно попытаться зацепить еще и... Визажа и нашли Бэйна. Нашли Бэйна. Бэйн также должен погибать. Если что, шарды есть. Можно нажать сноубол. У тебя 10 стиков, дружище. Да, залетает. Это минус 4. Готов снова тролль драться. Кстати, неплохо. РРД зацепили Бэтрайдера. Бэтрайдера можно убивать, если у него лассо. Но неважно. Ловится Хекс. Неплохой стан по троим. Нужно как-то дальше продолжение. Но просто Гаргульи вместо Реведжа выдают у нас станы. Сейчас должны быть неприятности. У тролля есть ультимейт, нажимает его. Главное не дать кастовать Сину. Главное не дать дагер нажать. Последние тычки погибают под городом Хейзов. Кстати, зацепили у нас здесь тролля. Тролль может погибнет. Также погибает Раста. Но сейчас просто похороны для коллектива Sunrise. Это уже минус 4 сделано. И также Вола пошло, но нету фокуса. Нету фокуса, там запрыгивает зачем-то селедка. И селедка сейчас будет погибать. Хороший Sonic Wave. Отзонили у нас еще двоих героев. БКБ ульт, но уже без селедки ты особо не подерешься. Тут слепанули у нас еще Теда, Тед живет, там зацепили Эсгера, Эсгер погибает, также должен погибнуть у нас и Тусик, Тусик остается на УХП, ультимейт закончился у тролля, минус 3, минус 4, good game. Прописывается, 30 минут понадобилось Team Edition, чтобы закончить эту игру, и не дождавшись, сливает у нас Тускар, понимает то, что Тусичка на реген КП, зацепили Париж, а вот Париж погибает, его уже здесь не зацепить, да, это слип, неплохо, Sonic Wave по двоим, еще и зацепят Рипера, ультимейт от тролля. Это минус 2 от коллектива Sunrise. Также зацепят еще и Бэйна. Бэйна можно убивать. Бэйна можно убивать. Кстати, там на лоу хп остается у нас Рипер. И Рипера не заберут, зато заберут Теда. Стягивается сюда Син. Син неплохо. Грейв на Рипера. Тед выживет ли. Станчик кидается. Это по итогу Team Vibe может быть сейчас. Но забирают тролля. Люди уже не в смоках. Но зацепили Сина. Есть у него, если что, Грейв. Но Грейв здесь не получится кинуть. Хотя слипнули его. Неплохо на развороте Sonic Wave. Но Син по-прежнему живет. Дум должен погибать. Также можно попытаться на развороте еще через это зацепить Кашу, Финсгрип не кастуется, а будет ли какое-то предложение, нужно стан выдавать от Лишрака, Лишрак успеет ли, Лишрак успевает выдать стан, ну что, Queen of Pain погибнет ли, есть у него, если что, дагер, хочет с собой забрать Рипера, Рипер погибает, также погибнет у нас и Син, и никуда не отпустят Бэйна, минус 4 по итогу. БХ, команда, если что, рядом, нажимается БКБ на тролле, но тут два дума по БХ и по троллю, тролль может погибнуть, сейчас ультимейт у него закончится, думающий. Слипнули и просто погибнет в этом моменте тролль. Неплохой стан по троим, а туда если Рипер, туда Рипер сможет ли, но это конечная для команды Sunrise. Слишком они подсветят только помансить. Кстати, замансил он неплохо, словили Бэйна, но на самом деле словили Венгу. Словили Венгу, там уже если что сторона падает, тролль запрыгивает неплохо на ультимейте. И должен забирать здесь Рипера, Рипер погибает, нажимает перед смертью Bloodstone, кидается на него Дума, Алибарда неплохо засейвили своего кэрри и сейчас просто на развороте убьют тролля, тролль снова погибает, также погибнет еще и Селт, кастуется в него Финсгрип и это уже точно конечно, крипы есть, нету если что, бэкдора и good game прописывается, это 2-0 для коллектива Team Edition, неплохо сыграно, ультракилл для Рипера и вторая игра чуть подольше была, но все равно